Одна из самых перспективных российских групп «Термейт» сейчас активно гастролирует, работает над сольным альбомом и завоевывает все больше поклонников не только в России, но и за рубежом. Не последнюю роль в успехе группы сыграло участие солиста «Термитов» Антона Беляева в проекте «Голос». Ему пророчили успешную сольную карьеру, называя российским Элтоном Джоном и новым Стингом. На пресс-конференции в Казани артист поделился с журналистами, почему решил остаться в группе и какие отрицательные стороны видит у популярности. Изначально я пошел на «Голос» для того, чтобы у этого проекта, у моего, было все хорошо. Плюсы превращаются в минус. То есть это отнимает много времени, потому что нужно общаться с людьми, как-то, ну, становится интересна твоя позиция кому-то. И, ну, на это все тоже нужны силы. Стоит ли артисту найти свою изюминку и развиваться в одном направлении? Или же нужно пробовать искать себя в разных стилях? У Антона Беляева свое мнение на этот счет. Тут нету ответа на этот вопрос. Если бы мы были в курсе, мы бы сидели бы за офисным столом и не парились бы с этими гастролями, а делали правильные вещи, нужные, и все. То есть никто не знает. Иногда получается не из ничего просто какие-то события интересные. Иногда ты прикладываешь массу усилий, ищешь, и ничего не происходит. Пока что группа довольно удачно экспериментирует, соединяя в себе абсолютно разные стили. Изначально в Казани планировался акустический концерт, но потом, по словам Антона, группа решила показать всю мощь. Вся Казань с нетерпением ждет выхода на сцену солиста группы «Термитов», финалиста проекта «Голос» Антона Беляева. Какие хиты будут исполнены на сцене Казани, узнаем совсем скоро. Полюбившихся лирических баллад группа играла так называемое «мясо». Под живые ритмы усидеть на месте было сложно, и зрители буквально пускались в пляс. Звучали как новые, так и полюбившиеся публике хиты. Два часа концерта пролетели как одно мгновение. Как пообещали участники группы, это не последний концерт в Казани. В столицу Татарстана они еще вернутся. Ну а поклонникам остается ждать нового альбома «Unicorn» и нового визита любимой группы. Луиза Сагдеева, Ленардо Влетьяров, «Универ News». Смотрите канал «Универ Смотри», лучший студенческий канал в мире.